Мистер, для вас это смертельная доза. Вам бы пора остановиться. Берем я, врач со стажем. Слово «рум» и слово «смерть» для вас означает одно и то же. Прекрасно, друзья. Это же карта сокровищ. Пасть морской свинье меня. Но мы должны найти сокровища. Пойду собирать добровольцев. Отплываем. Капитан, кажется, я вижу остров. Тысяча горбатых моллюсков. И вправду остров. Руки вверх! Можно одолжить у вас карту? Прекрасно, пираты! Но нам кажется, пора. Гром и молния! Я не умею Замечательно. Бедняга помог нам найти сокровище. И теперь карта нам не нужна. Кажется, я видел заброшенный форт на острове. Отлично, мой мальчик. Тогда в форт. Позвольте мне, сэр. Какой замечательный сундук. Если не хотите попасть к морскому дьяволу, предлагаю сдаться и отдать карту. Сдаться? Изумительно. Нет хренов, ёж. Я хреновус! 300 икорей мне взад, если вы останетесь живы. Что за черт? Но сейчас всех как червяков покрошу! Прощелыга подкильная! Акулу мне в глотку, если ты получишь сокровища! Мать моя каракатица! Какая замечательная прогулка! Вперед! На абордаж!